Сейчас мы с вами находимся на контрольном участке по инсектицидам. Здесь, повторюсь, не было никаких обработок препаратами против вредителей. И мы видим на большом количестве корзинок повреждения хлопковой совкой. Вот обратите внимание, вот эти темные пятна, это как раз повреждение хлопковой совкой. На этой корзиночке аналогичные повреждения. Вы видите, что повреждений довольно много. И все эти повреждения являются воротами для инфекции. То есть при благоприятных условиях развития болезни, то есть при влажных условиях и умеренных температурах, в эти язвочки зайдет инфекция. Здесь 21 день назад был применен препарат Амплига в дозировке 0,3 литров на гектар. Расход рабочей жидкости 200 литров на гектар. Обработка проводилась до начала цветения подсолнечника. И сейчас, через 21 день после обработки, вы можете видеть совершенно чистые корзинки, без признаков повреждения, как хлопковой совкой, так и другими вредителями. Давайте посмотрим на корзинки крупным планом.